Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий», програма «Відкрито про спорт». Сьогодні у нас в гостях заслужений майстер спорту України, заслужений тренер України, триразовий учасник паралімпійських ігор, дворазовий бронзовий призер паралімпіади 2000 року, чемпіон світу, багаторазовий чемпіон Європи з легкої атлетики, людина з неймовірною історією Андрій Данилов. Вітаю, Андрію. Здравствуйте. Знаємо один одного вже багато років, тому давно спілкуємося на ти. Ти сильна духом людина, завдяки цьому, мабуть, і досяг в спорті високих таких результатів. І, до речі, багато видів спорту спробував. От які це були види спорту? Я після операції, мені першу операцію зробили в 79-му році. А в 80-м году я пошел к тренеру, не знаю, жив он или нет, вот Костя его звали, и я начал заниматься потихоньку рукопашным боем. Это подпольные залы были, все, меня начали там растягивать, вот, и начало кое-что получаться. Вот. И потом этот, как-то все это дело прикрылось, вот. Все школы позакрывали эти, и я попал уже в 89-й год, это Коломиец Иван Викторович, мой первый тренер, которого я очень серьезно начал рукопашкой заниматься, начало получаться. Допомагал спорту в житті самореализоваться, навіть захистити себе? Это однозначно, потому что спорт – это большая мотивация, то, что достижения, это и по жизни большая мотивация, чтобы добиваться успехов в личной жизни тоже. Спорт – это серьезная вещь, которая… Я его полюбил с детства. И... Як потрапили у систему інваспорту? Коли це трапилося? После вечерней школы работал в журнальном исполкоме. Вот. Був у нас такий председатель житного ісполкома Бичков Сергій Анатолійович. Який, до речі, полюбляв спорт. Да, дуже сильно. Да. І він мені предложив поработати в комітеті молодежі там. От. Я согласився, а потім я познайомився з Сушкевичем Валерием Михайловичем. Це 91-92 год. І він предложив мені попробувати себе в легкій атлетиці. Тогда только это начиналось. Я с удовольствием согласился. Вот, и начались каждодневные тренировки. Начало получаться. Первый чемпионат Украины мы выступали в Донецке. Вот, я был второй. А после 92-м Донецк, 93-м это город Харьков, я стал чемпионом. И так пошла моя спортивная карьера. Потом подготовка началась к Паралимпиаде. Вот. Мы выступили на чемпионате Европы. Я был вторым тогда, вот, перед Атлантой. Вот. И попали мы на первую Паралимпиаду. Андрей, давай пригадаем твой первый паралимпийский опыт, Паралимпиада. 1996 року в Атланті, тебе поставили не в той клас. От як це відбувалося? Була ейфорія, що попав перший раз на Олімпіаду, Паралімпіаду. От, по приїзду в Атланту всі спортсмени проходять класифікацію. Їм дають свої класи. От, і ми проходили класифікацію, ми рассчитывали на один клас. Я должен был попадать в тот класс, где бежали два американца. Классификаторы подумали и решили меня поставить в другой класс, чтобы я не составлял им конкуренции такой. Вот. И меня просто засудили, поставили в такой класс. Там, конечно, тяжело было бороться. Вот. И хотя я был в финале, восьмой даже с этим классом, вот, мне было тоже как-то, ну, не по себе, но ничего страшного.
От. І навіть Валерій Михайлович подавав протест. Так, да, Валерій Михайлович Сушкевич подав протест от, по поводу мене. І в 97-му році на чемпіонаті міра мене перекласифіцировали. І я попав в другий клас. І в цьому же році я став чемпіоном міра. У ці ж роки, наприкінці 90-х, у тебе був досвід і гри у складі Національної паралімпійської збірної України з футболу ДЦП серед людей з інвалідністю. І ти теж досяг там високих результатів, призові місця на чемпіонаті Європи були, так? Да. І от розкажи, будь ласка, от, ймовірно, ти і зараз любиш футбол, так? Так, да, футбол я люблю, як всі спортсмени його люблять. От, і попав я, теж хороший у нас тренер, це Овчаренко Сергій Валентинович. От. И попросил меня поиграть в сборную. У меня была скорость приличная. Вот. И я попробовал. Вот. В 97-м году мы поехали на чемпионат Европы на отбор. Потому что в 98-м должен проходить чемпионат мира в Бразилии. Мы отобрались. Очень приятно. Мы третье место взяли на чемпионате Европы. Вот. И попали на чемпионат мира. Но мне пришлось отказаться от поездки на чемпионат мира, потому что я выбрал все-таки легкую атлетику, вот, потому что это мой основной вид спорта. И я хотел достичь именно в легкой атлетике своїх висот. Паралімпійські ігри 2000 року у Сіднеї, найвдаліше для тебе ігри. Ти здобув дві бронзові нагороди на дистанціях 100 і 200 метрів, твої улюблені легкоатлетичні спринтерські дистанції. Пригадай, будь ласка, оці старти. Їхали в Сіднеї ми, в принципі, з тренером Двоскіна Ірина Борисовна. Ну, в принципі, предполагали, що ми будемо в призах. От. Хотя появились два новых спортсмена, это канадец появился и швейцарец. И ребята такие сильно подготовленные. Могу сказать, когда я вышел тоже на этот стадион, конечно, эмоции переполняли. Я бежал в полуфинал. В полуфинале я был вторым. И в финале на следующий день все сложилось для меня так. Хорошо, я был третьим на 100 метров. Так прошла у меня первая дистанция. Через два дня было у меня 200 метров. Я попал первым. А в финале получилось тоже третий. Две бронзовые медали, это, конечно, и тем более на вот таких стартах, это все. Это достижение, думаю, что для меня было это самое высшее. Особливо у легкій атлетиці, там, где конкуренция дуже висока, так? Да, да, да. Там очень конкуренция, потому что там в забегах почти 20 чоловік, так що там було з ким конкурувати і біжати було з ким. Мабуть, в Олімпійському русі люба медаль, срібло, бронза, має вагу золота, так? Это однозначно, потому что к этой медали йдешь такой тяжелый путь проходишь, что это и пот, это, можно сказать, и кровь. Просто очень тяжело, чтобы дойти до медалі, ну, це треба пройти дуже велику школу. От саме це ви відчули на вашій третій паралімпіаді в Афінах 2004 року. Трошки не вистачило, так? І там сталася прикра невдача. От розкажіть, будь ласка. Після Сіднея наш тренер Двоскіна уїхала, Ірина Борисовна, тренувати в Австралію. От. А ми почали тренуватися Константин Рурак, Лена Рурак, и Михаил Рурак, их отец. И мы начали, как раз Костя готовился на Афины в эстафете. Вот. И я готовился на 100-200 метров тоже на Афины. Подготовились, конечно, тяжелая была подготовка. Много надо было и перетерпеть, и потому что уже и возраст был, вот, 3-4 года. Вот. И попали мы на Паралимпиаду. Вот, могу сказать, что готовы были очень, подготовились очень сильно. Но не сложилось в том, что
мне на старте всегда помогал тренер мой, вот, и ставить колодки. А в этот раз не было моего тренера, ставил другой тренер. Так получилось, что колодка, ну, мы правильно вроде как установили, но я когда выбежал первый раз, пробный старт, я сказал, что переставить ее, там вообще поднимается весь блок и переставляться. А переставили только переднюю часть, а остальные ушли в упор. И когда дали старт, у меня ушла колодка назад, вот ребята уже сделали второй шаг, а я только первый сделал. И поломал схему бега, то есть мне надо было догнать их, вот, и удержать скорость. Ну, а в основном, если по технике, это разгон, работа по дистанции, финиширование. Но у меня не получилось, потому что я догнал ребят, и метров за 40 мне уже не хватило. Вот, так что был четвертый. Потім думав продовжувати, або вже задумався, щоб спробувати себе в іншому амплуа. І взагалі, Андрій, коли вирішив стати тренером? В 2006 году, что пора заканчивать, подъехал к Зайцеву Лене Андреевне, предложил, сказал: «Лена Андреевна, хочу попробовать себя в амплуа тренера». Она говорит: «Без вопросов, набирай группу». Я набрал группу и пробовать начал. Ребята, кстати, у меня мальчик был из футбола, который в Пекине в 2008 году был четвертый. Потом этот спортсмен, так получилось, что он заболел раковым заболеванием и умер. Вот, пришлось набирать ребят новых, свежих. Черкас взял мальчика. Глебова Лена у меня, бывшая была спортсменка, у нее очень сильно село зрение. И мы ее провели по классификации тоже. И Сережа Сильверстов, тоже по зрению. Были три спортсмена, которые попадали в сборную Украины. Андрій, ты уже спробовал быть и спортсменом, и тренером. От что можешь сказать от для тебя особисто, яка праця легша? Готуватися до змагань, змагатися, виходити на старти, або готувати вже зміну спортсменів, молодих? Я могу сказать, что раньше, когда я был спортсменом, я думал, ну что тренер, ну засекает, ну планы там. Вот. Ну, я глубоко ошибался. Могу сказать, что и как спортсмену это тяжело, эта работа, и как тренеру. Тренер должен написать планы, написать, подобрать работу каждому из своих спортсменов. И опять же, даже на тех соревнованиях я со своими спортсменами пробегаю ту дистанцию, что и они. Потому что я переживаю, я болею за них. Вот. И могу сказать, это очень тяжело, и это труд очень тяжелый. Особливо и нервувати, мабуть, приходится, так? Это постоянно, на нервах постоянно. Потому что смотришь, где ошибки, где вылазят ошибки, где что, где психологически человек ломается. Там, ну, подсказать уже ты не можешь, потому что на дистанции он должен сам это все уже. Вот. Тут, конечно, однозначно. Але тренерська праця благородна. Тренер допомагає не тільки своєму учню реалізуватися, а ще навчає його як людину. От розкажіть, будь ласка, про ваших вихованців. От, ви розказали про перших. От, кого зараз тренуєте, кого тренували? Юра Царук. Это Лондон 2012 год. Он пробежал 100 и 200. Мне было это, конечно, очень приятно. Он пробежал с паралимпийским рекордом. На 100 и на 200 два золота он привез с Лондона. Глебова была четвертая на 400 метров. И на 100 на 400. Тоже было это достижение очень большое. Потом ребята повзрослели, разъехались уже по своим родам. Мне пришлось набирать новых ребят. Я набирал уже детей. Миша Пронин и Валера Конев. Они у меня тренируются уже 10-й год. Сейчас очень приятно, что видно, как спортсмен растет. Начиная с «Поверь себя», у нас есть такие старты. И когда они уже попадают на чемпионат Украины. Вдвойне приятно, когда на чемпионате Украины твои молодые спортсмены занимают уже призовые места. И эти ребята, я могу сказать,
большая перспектива для нашей паралимпийской. Это молодежь. Во-вторых, хочу, пользуясь случаем, поблагодарить. Это Паралимпийский комитет, это Сушкевича Валерия Михайловича за его работу, Зайцеву Лену Андреевну. И хочу отметить очень сильно, это наша школа Паралимпийского резерва. Таня Тайдорович, которая очень много делает и прилаживает сил, для, чтобы подготовить детей. Там легкая атлетика, и знаю, баскетбол, плавание. Вот, очень ребята сильные оттуда выходят. На Днепропетровщине у нас это... Ну, как сказати, зараз. Початок розвитку системи інваспорту відбувався саме на Дніпропетровщині. Так, Валерій Михайлович Сушкевич, Олена Андріївна Зайцева, да. Все започаткували ще на початку 90-х років. 90-х років, да. Я можу сказати, і зараз ми на перших ролях везде стоїмо. Наша область везде перша, тому що в состав збірної України у нас входять більше 60% спортсменів з нашої області. Зараз... Весь світ, не тільки Україна, переживає такі складні часи карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Як проводив тренування зі своїми вихованцями? Ми старалися уїжджати за город, от, працювати в лісу, от, тому що кроси вдома не побігаєш. От, функціоналку підіймали. От, і кое-какую роботу я давав. Дома, щоб вони робили, прес, спину, ну, що могли, робили вдома, а так виїжджали в ліс, подальше від людей, вот, і робили всю роботу практично там. Найближчі старти, найближчі плани? Зараз чекаємо, якщо все вийде, все нормально, 28 августа у нас чемпіонат України. Вот. Очень хочеться, щоб ребята попали в збірну, будемо готуватися, показувати результат там. Вот. Тим більше нам хорошо, что перенесли Олимпиаду и Паралимпиаду на следующий год, потому что ребята молодые могут этот год добавить. Я понимаю, что ребята профессионалы уже, которые уже последние Олимпиады, им тяжелее будет, конечно. Для молодых это, конечно, это, ну, для них это белая карта, как говорят еще. У тебе багато досягнень, як у спортсмена, як у тренера. Чи залишились такі вершини, коли які хочеться підкорити? Я хочу реалізуватися як тренер. От, і хочу допомагати таким ребятам, як я, от, да, щоб вони виходили на такий рівень. От, і не тільки в спорті побіждали, а й в житті. Я думаю, це найважливіше для них буде. Тобі нещодавно виповнилося 50 років. Вітаю з ювілеєм. Бажаю міцного здоров'я, сімейного благополуччя, удачі та успіхів, високих результатів. От розкажи, будь ласка, про свою сім'ю. Любима жена, любимий син, от, которому 8 років. От, я їх дуже сильно люблю. Вони мені во всьому допомагають, підтримують. Что могу сказать? И это самое важное еще в жизни. Это твоя семья. Тебя поддерживают, ждут дома после соревнований, после сборов. Это самое важное. Відчуваєш себе щасливою людиною? Я очень счастливый человек. И могу сказать, по жизни, и по спорту, и что окружают меня очень хорошие люди. Вот. Сережа, я тебя тоже давно знаю. Очень приятно, что окружают очень хорошие люди меня. До речи, сын любит спорт, он уже занимается спортом? Да, мы потихоньку его привлекаем. Не хочу его, чтобы я его не хочу поломать через колено. Я хочу, чтобы он сам выбрал. Он ко мне на тренировку, он ходил в школу Шавасен-2. Вот. Мы походили. Ну, он что-то пока думает. Походил ко мне. Я хочу подождать, чтобы он сам решил. І я думаю, що определимся. Твої побажання людям, які от займаються спортом? Самое главное, я думаю, що це оптимізм, вот, стремління, вот, і любити життя. Я думаю, це найважливіше. Дякую за те, що завітав на програму. Дякую за твої спогади. Бажаю успіхів і високих результатів як тренеру. І наприкінці програми традиційне побажання всім, хто нас дивився, займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення!